Долгов нет, счета за электричество оплачены заблаговременно. Однако сотрудники управляющей компании уже второй день прекращают подачу электроэнергии. Мебельный салон, продуктовая сеть, всего 4 магазина. Елена Фомочкина вместе с отцом предоставляют эти помещения в аренду. И по их мнению, плановые отключения не случайны. Управляющая компания делает это в отместку. Отключили только наши площади, все остальные площади работают. То есть, поскольку мы являемся истцами, нам управляющая компания делает гадость. Люди, берегитесь этой управляющей компании. У них на балансе нет ничего, ни своей техники, ничего. Елена рассказывает о том, что управляющая компания сменилась, узнали случайно. И при выборе новой мнение собственников нежилых помещений не учитывали. В согласовании приняли участие 49 собственников, а это чуть более 50% от общего количества голосов. Не согласные с таким решением собственники направили исковое заявление в суд. О своем намерении сменить обслуживающую организацию и недовольство работой компании «Астек» собственники не скрывают. Канализация открыта, вон, заглушки даже нету, и все в конденсате, все ржавое. Известие о том, что управляющую компанию хотят свергнуть руководителям «Астека», пришлось не по душе. Именно на этом основании, по мнению Елены, коммунальщики начали препятствовать деятельности. Однако в «Астеке» версию предпринимателей не подтвердили. Нашей съемочной группе рассказали, профилактические работы проводятся в преддверии новогодних праздников. И разовое отключение – это необходимость, а не умышленные действия. Отключается не только в этих помещениях, во всех помещениях. Мы проводим ревизию, проверяем утечку, проверяем данные ТНС «Энерго» о выставленном превышении норматива потребления. Доведем до конца, будем разбираться до конца с электрооборудованием, с электропроводкой. Стараемся, чтобы это было минимизировано. Умысел или плановое отключение теперь будут выяснять правоохранительные органы. Елена Фомочкина изложила свою версию происходящего сотрудникам полиции, которые прибыли на место. Со слов женщины было составлено заявление. Проверка начнется в ближайшие дни. Анастасия Билик, Сергей Давыдов. Новости Тулы.